Как? Значи намираме се сега в Сочи. Това е мой американски друг, казва се Марк от Америка. И много от западните журналисти казваха, че в Сочи всичко е много лошо и недобре подготвено, но сега ще чуете думите на мой приятел от Америка, Майк. Сам, what do you think for the Sochi? Is good? Oh, Sochi is fantastic. It's fantastic, yeah? Fantastic. I think so also, my friend. Now, сега ние ще тръгнем да открием летния сезон за Олимпийските игри в Сочи, февруари месец. Да, почваме да се съвличаме. Майк, are you ready? Майк, let's go, my friend. Стой поближе. Не надо, не надо. Иди към мен поближе. Значи ще открием февруари месец сезона на Сочи Олимпийските игри. 17-ти. Какой месец сегодня? Наша? Виждам? Ела по-насам, да насмеш как. Това е изгряване на нашите приятели. Да. Трябва да пинем малко, за да се греем. И сега с нашия приятел Руслан ще се изкъпим. Давай, my friend. Майк, come with us, my friend. We have a juice, not vodka. Come with us, my friend. This is juice for you. Juice, what? Майк, come with us. Can we go to see my friend? Майк, come. Да. First. И сега ще се изкъпиме тук малко. От другата страна е България, да кажем на всички българи. Е, там някъде е България. България! Здравейте, тук сме в Олимпийските зимни игри на Сочи и е плюс 18 градуса, зимна олимпиада. И това не е истина, което говорят западните журналисти, че в Сочи всичко е лошо. Това е, те завиждат, затова и така говорят. Всичко е супер, всичко е прекрасно, хората са вежливи, хората се забавляват. Американци от целия свят, всичко е супер. Тош, снимай! Скорей давай! Стойте! Вот это еще! Это мой русский друг! Блять, здесь камни здесь! Давай на камеру скажем! Твое мнение! Мое объединение! Да, это мой русский друг из России! Руслан, какое у тебя мнение про Олимпийские игры, мой друг? Мнение. Расскажи для болгарского народа. Мнение очень как хорошее. Ты себя чувствуешь? Все классно, все супер. Весь в восторге просто. Да, мне нет слов. Мы сделаем еще раз. Okay, now I'm Boris for the Bulgarian TV. Yeah. Can I set your opinions for the Sochi, the Olympic Games? Yeah. Oh. We've had a wonderful time in Sochi. Sochi is wonderful. The Olympics here have been fantastic and the Russian people have been very open and welcoming. Do you like it? Oh, we love it. Yeah. Okay, what is your name? My name is Mark. Janet. Which part in USA? We are from the state of Florida. Florida. Okay, so everything is okay. Yeah, everything is wonderful. You're happy. Everything is wonderful. Thank you very much. No, thank you. Special TV. What do you think about Sochi? We love Sochi! Sochi is beautiful! Go Canada! But Canada is going to win! Maybe some song, national song. Go Canada! Our home and native land! True patriot love! In all thy sons command! With glowing hearts we see the true North, strong and free. From far and wide, oh Canada, we
stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Let's go, Canada! Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Here we go, white! Here we go, white! Do we like Russia? Yes! Good and silver. So thank you very much. You're welcome. А можно с вами? О, we really хотим носи. Порой мне кажется, мой край окутала навеки осень. И снегом с неба моя, она меня что-то бросит. И семибальными красить и красотой своей выносит. Ай, очи, качать наш кожный тугощи. О, эти ясно светлые ночи. Это тебе не Сочи, но точно корчи. На их море кусочек сочный, приют вулкана вечный. Личный опыт говорит о том, что зачастую покинув дом. Мы не думаем о том, как там, а там как-то. А где карта? Вот и карта, там и камча, братка. Мой край прелестный и далекий, как и вулканы, покоряется немногим. И как бы не хотели унести отсюда ноги, сердца родные заняли остроги. Мой край прелестный и далекий, как и вулканы, покоряется немногим. И как бы не хотели унести отсюда ноги, сердца родные заняли остроги. Тайфунами продутая земля, где коряк земляк, светит маяк и корабли на якорях. Дома рыбак, а вокруг красиво так, что впору думать это рай. Ох, это Камчатский край. Уносят даль облака, пепела вулкана, поставляя розовый заказ, им тут остаться в планах. Наконец лени коля, за ту круга поля, за реки до моря. Оленю не понять, медведя в воде недолго до ноля. Лайки с каюрами в санях, священная земля. Сети ветер, пепел, не за власть народа. Власти господ на тронах, видите, я привык, как делят власть циклон за антициклоном. Гостям рады, они ж рады слышать, держи крава. Красной рыбою запахло, и они летят на запах. Позабудут, а на завтра, ну да и мир с вами. Что способны созерцать глаза, то не сказать словами. Наш Бог, так велик. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Nos porta veni, pois no nos porta veni. Наш Бог так велик. Circles in the sky, we know we belong to the land.
when we say, yo! Aye, 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 aye. We're only saying, Yorkville and Pine, Oklahoma, Oklahoma. For Bulgarian TV. Can you do that? Yeah, can I set a special for the Bulgarian team? For the Bulgarian Bulgarian TV in the camera. No, you say in the camera special for Bulgarian TV. Bulgarian TV. Okay. We have a special song for Bulgarian TV. Dedicated to Boris. Начали. Представьте се, ребята, для българского телевидения. Мы курсанты Академии Макарова имени адмирала Макарова из Петербурга. Приехали волонтерами в Сочи. Специально приехали, да? Да, специально. Нас пригласили на парусники. Добровольно? Конечно, добровольно. Мы пришли на парусники, шли через Европу. И вот 43 дня мы шли без захода в порт. А через какие страны вы прошли? Ну, мы проходили через Данию, проливами шли Болгарию, через Англию. Через Англию. Болтар. И как вам здесь Олимпиада? Ну, на самом деле Олимпиаду, по сути, мы еще и не видели. Мы да? Постоянно на работе? Да, постоянно работаем. А какие ваши функции в порту? Помогаем охранникам досматривать в порту, переводчиками тоже. Работаете, да? Ну да, помогаем. Помогаем иностранцам, да, то есть вытащить, показать. Ну, вопросы, если есть вопросы, мы вам. А так все спокойно, никаких происшествий, ничего нет? Нет, все нормально. Да? Хорошо, спасибо, ребята. Хочу добавить еще, или, да? Хочу добавить, что значит, у нас будет регата черноморская. Мы будем заходить в порт Варна, это Болгария находится. В Болгарии, да? Да, да. Можете приходить, посмотреть. А когда это будет? Это будет в период с апреля по май. А с чем это связано? Какая-то международная программа или? Да, это международная программа. Каждый год наш парусник и другие парусники с России участвуют. А как называется ваш парусник? Мир. Парусник Мир, да? Самый быстрый парусник мира. Спасибо, дорогие. Теперь скажите, специально для болгарского телевидения желаем здоровья, счастья болгарскому братскому народу. Специально для болгарского телевидения желаем здоровья и счастья болгарскому народу, братскому народу. Всем удачи!